Всех приветствую на своем канале. Сегодня я хочу поделиться с вами своим мнением о косметике Pro Bioderm от компании Bugsdraft. Я чуть больше недели тестировала вот эти три замечательных флакончика. Все флакончики стоят 330 рублей каждый, и каждый из них 50 миллилитров. Вот сейчас у меня в руке крем для рук Pro Bioderm, пробиотический. Да, кстати, вся косметика Pro Bioderm от Bugsdraft пробиотическая, и вся косметика использует лизаты. А лизаты — это кусочки, стеночки и внутренности бактерий. Косметика мне очень понравилась. И она для всех типов кожи и для всех возрастов. Это именно вот такой крем. Но вообще есть косметика для 16+, до 25+, и для 35+. А еще скраб от целлюлита, скраб для лица, который я тоже у меня есть. Из этих трех, ну, вообще крем для рук, крем для ног и скраб для лица. Вот он у меня есть, и я его тестировала на себе, тоже про него расскажу. Молочко для снятия макияжа и крем для лица. У Bugsdraft 19 средств. Я думаю, что каждый что-то найдет для себя. Питательный крем для рук и локтей. Быстро впитывается. Действительно быстро впитывается. Мгновенно увлажняет и смягчает кожу. Это, кстати, тоже правда. Содержит лизаты лактобиобактерий, способствует нормализации микрофлоры кожи, стимулирует репаративные процессы, активизирует рост эпидермальных клеток, укрепляет местный иммунитет, замедляет рост кутикулы. На самом деле, вот не знаю, потому что как бы я ее убираю, но я не особо замечаю, как она у меня растет, не растет. Но думаю, что возможно, все-таки правда замедляет. Потом помогает сохранить маникюр на длительное время. Я уже где-то полгода не пользуюсь лаками для ногтей. Максимум я полирую свои ноготочки воском, чирином или каким-нибудь косметическим маслом. Вот на данный момент, на последнее время, маслом какао. Потом питает и насыщает кожу витаминами, маслами, заживляет и восстанавливает. Это вообще вот реально. У меня на руке было пара царапок довольно глубоких от лапок моего кота, совершенно случайно отставленные. И обычно вот я бы мазала каким-нибудь там алоэ вера или маслом какао, или маслом кокоса. Оно бы заживало, конечно, быстро, но не так быстро, как с этим кремом. Я пару раз помазала, у меня затянулись шрамики и практически уже нет следа, учитывая, что я несколько раз на дню еще пользуюсь этим кремом. Так что я в полном восторге. Руки стали еще мягче, кожа на них. И что еще он делает? Регулирует pH и водный баланс, повышает тонус и эластичность, улучшает микроциркуляцию крови. Ну, как бы, я думаю, что я совсем тут согласна, включая рост кутикулы, потому что, ну, я не знаю, может, она у меня сама все медленно растет, или я особо не замечала, но вот то, что он быстро впитывается, мгновенно увлажняет, и самое крутое, вот чисто для меня, у него очень классный аромат. Он довольно экономичный, несмотря на то, что 50 мл всего лишь. Обычно кремов 50 мл в лучшем случае на месяц хватает, в худшем случае на 2-3 недели. И да, кстати, вся косметика Pro Bioderm от Bugsdraft не содержит ни сульфатов, ни парабенов, ни ГМО, ни спирта или еще какой-нибудь жуткой химической фигни, которая обычно в косметике бывает и не особо хорошо влияет. Если не сказать, что плохо, на кожу организма человека. 9 месяцев после вскрытия, и вообще вся косметика живет всего лишь 9 месяцев, именно потому, что она на 98% состоит из натуральных компонентов. Тут всего лишь 2% это вот чуть-чуть мягкие такие, скажем так, консерванты и загустители. Но он парфюмерная композиция, та при этом органическая. Вообще, на моей жизни это самый первый крем, который настолько быстро высыхает. Вот уже он впитался, он высох, все. Я спокойно беру тюбик, он не падает из рук. Я могу взять телефон, и он тоже никуда не упадет. Все отлично, очень мне понравился этот крем. Если у вас, допустим, сухая кожа рук, если ваша кожа рук часто подвержена набегам какого-нибудь кота. В общем, если вы любите косметику натуральную, ищете что-то такое вот именно натуральное, то вот присмотритесь к подобной косметике. Ну и именно вот к этому крем для рук пробиотический для всех типов кожи и для всех возрастов. Номер 14. 330 рублей 50 миллилитров. Так, это у нас крем для ног пробиотический, также для всех типов кожи и для всех возрастов. Номер 15. 50 миллилитров, и стоит он тоже 330. И он тоже не содержит сульфаты, парабены и ГМО.
И у него, слушайте, такой классный аромат таких вот мятных карамелек. Это у нас освежающий и увлажняющий крем для ног. Эффективно устраняет запахи, реально. Препятствует повышенному потоотделению, это тоже правда. Снимает усталость и отечность, и это тоже. Эффективно борется с шелушением. Успокаивает раздраженную кожу и увлажняет ее. Оказывает антимикробное и противогрибковое действие. Заживляет трещины и восстанавливает ткани. Содержит лизаты пропионобактерий, способствует нормализации микрофлоры, стимулирует репаративные процессы, укрепляет местный иммунитет, стимулирует микроциркуляцию, внутриклеточный метаболизм. И здесь тоже, как и во всей косметике от Бакздрав линии Пробиодерм, всего лишь 2% химической составляющей и 98% натуральных растений, экстрактов, масел, эфирных масел. Вот даже просто сейчас зачитаю, тут очень много масел. Тут масло какао, масло зародышей пшеницы, масло авокадо, рисовый, кстати, крахмал, лизат лактобактерий лактолиз, потом масло, я хотела вам прочитать, да, масло макадамии. Все средства, они довольно недавно созданные. Крем для рук у нас 5 декабря, этот 16 декабря. Учитывая, что срок годности 9 месяцев всего лишь, и после вскрытия тоже 9 месяцев. Так, очищающий скраб для всех типов кожи. Первый скраб за всю мою жизнь, который с первого применения действительно есть эффект. И очень классно, кожа мягкая. У меня вот нет, часто довольно бывает, ну от недосыпа, от много провела времени за монтажом с тем же компьютером или еще что-то. У меня под очками, вот именно в этом месте кожа всегда очень сухая. Так вот. А сейчас она или шелушится так, шелушится и сухая. Сейчас она очень мягкая, и все эти шелушения ушли вместе со скрабирующими частичками. Он, с одной стороны, как бы не сильный такой вот скраб, да, но с другой стороны, ну, бывают такие, что вот массируешь, и даже больно коже. Вот он и мягкий, и действительно скрабирует. Очень классный, мне так понравился. Поэтому, если у вас бывают какие-то проблемы вот так с кожей, как у меня, или вы любите просто скрабики, то очень советую вам. Он вообще очень экономичный. Я считаю, что вот даже вот эти 50 мл я каждый день пользовалась. Даже если, допустим, вы будете тоже каждый день, ну или там раз в неделю, или там через день, кто как, его надолго хватит, на приличное время вообще хватит. И за счет того, что он действительно экономичный, немножко нужно совсем. Так, глубоко и бережно очищает кожу, действительно. Отшелушивает ороговевшие клетки, и то же это дело. Делает кожу мягкой и гладкой, вот я вам только что сказала, что действительно делает мягкой и гладкой. Оказывает массажный эффект, ну, в принципе, как бы массирую, что по-любому будет массажный эффект от скрабика. Содержит лизаты пропионобактерий, способствует нормализации микрофлоры, стимулирует репаративные процессы, деликатно ухаживает за кожей и питает ее. Кстати, это тоже правда, потому что, в принципе, вот мне, вот, ну, после первого применения только надо было как-то вот тоником протереть или еще что-то. Ну, здесь советуется крем потом нанести. Обычно у меня после скрабов мне все равно нужно чем-то таким очень сильно себя увлажнить, протереть. А здесь реально деликатно ухаживает за кожей и питает ее. Укрепляет местный иммунитет, стимулирует микроциркуляцию крови и внутриклеточный метаболизм. Ну и тут как его правильно наносить. И на протяжении 1-2 минут аккуратно круговыми движениями массировать кожу. И вот рекомендуется, что после скраб смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем. Я в лучшем случае тоником, как обычно, протирала лицо, но в худшем случае иногда вот гелем алоэ вера увлажняла просто. Ну и тоже очень хороший состав. Тут, кстати, масло фукуса, масло ламинарии, масло кукурузное, скрабирующие частицы. Доля натуральных компонентов в составе не менее 98%. И сделано у нас тоже 16 декабря. Отличные средства, удобные маленькие флакончики. Удобно нажимать. Если вам понравилось это видео, я буду рада, если вы поставите пальчик вверху. Если вам понравилось или вас заинтересовала эта косметика, я буду рада, если вы пройдете по ссылочке. Возможно, вступите в группы, допустим, ВКонтакте. Кстати, у Бакздрав есть группа не только по косметике, но еще и по сыротелине. Очень, кстати, замечательная. И если вы вдруг решите себе это приобрести, то вы осчастливите в первую очередь свою кожу. Ссылочки на сайт Бакздрав и их социальные сети, включая Инстаграм, я оставлю в инфобоксе. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!